Привет всем подписчикам Тремпеля, которым, кстати, я тоже являюсь. Меня зовут Владимир Калякин, и буквально с недавнего времени я начал снимать и монтировать, свои влоги о жизни, работе, путешествиях, о спорте. Я знаю, что тебе абсолютно несложно зайти по ссылке на мой канал, заценить буквально несколько видео и под ними оставить свое честное мнение. Он едет в отель Дубай Молл, так? Я не знаю. А что там написано? Он едет туда, так что я могу забрать его. Вот тут есть номер. Сейчас полночь. Я прилетел в Дубай. Не понимаю, что происходит. Что происходит? Мне кажется, мы сейчас спорим за тебя. Они сейчас спорят за меня. Спасибо за все. Не за что. Увидимся, когда вы вернетесь. Спасибо. Вот так. Сейчас начинаются мои приключения. Для начала небольшой сон. Разве это не мило? Город Дубай. Это какое-то безумие. Как поживаете, сэр? Мне он кажется городом будущего. Из-за него Нью-Йорк кажется устаревшим и древним. Но тут приходится подолгу находиться в машине. Эй, а как далеко нам ехать? Привет, Кейси. Меня зовут Питер. Рад знакомству. Очень приятно. Привет, я Кейси. Рад знакомству. Я сейчас буду выступать тут. И похоже, что его величество... Шейх Мансур. Будет присутствовать на твоем выступлении. Это сын правителя Дубай. Это большая. Это как бы... Это большая это честь. Это большая честь. Пошумим! Простите, мы еще не начинаем. Я же сказала ничего не делать. Я готовлю публику. Я же сказала, еще ничего не надо. Да-да, мне очень жаль. Он только что сделал это. Легенда, он самый. Сейчас появится на этой сцене. Кейси Найстед! Мое выступление прошло хорошо. И еще я встретился с шейхом. Я его высочество. Насколько это крупная съемка? Сколько людей? Один фотограф, один видеограф, прическа, мейкап, арт-директор. И еще, мне кажется, у нас там сэндбордер. Еще у нас есть песочные сани. Так что довольно. Я сейчас буду надевать мой костюм. Вот это рубашка. Это была съемка для Esquire, Средняя Азия. Это журнал. Они предложили приехать в пустыню. Отличная идея. Где мы начинаем? Сначала прическа и мейкап? Да, пожалуй. Сделай меня красивым. О, мой бог! Мы на дюне. Мы только что сделали кадров 20, где я прыгал с края дюны и прямо влетал в песок. Подожди, покажи свой телефон перед тем, как я начну прыгать. Было весело, но это реально. Выматывает. Это довольно сложно делать. Как получилось? Отлично, мне уже все нравится. Надо пару крупных планов. Итак, мы уже почти что закончили со съемками. Было довольно неплохо. Я покатался с песочных волн и прыгал с края, и катался по песку, и переоделся в десяток разных костюмов.
Я вам это рассказываю, потому что... Видите этот роскошный кроссовер Мазерати вот тут? Он полностью засел. В песке. На 100%. Давайте посмотрим. Они буквально пытаются выкопать песок из-под колес. Это весело? Да, это забавно. Мы его вытащим. Это единственный выход. Единственный выход. Ну что, последние кадры на сегодня, последнее фото на сегодня. Это для обложки. Что мы тут делаем? О, это похоже на мой столик для ответов на вопросы. Готов. Я забыл, что она включена. Улыбка. Ну что, неплохо? Да. Все сняли? Да. Все сняли. Это конец съемки. Это конец съемки. Отличная работа, команда. Я с головы до ног покрыт песком, смотрите. Песок. В моих ушах и в волосах. Пока, ребята. Еще увидимся. Да. До встречи. Да. Такой крутой день. Удачи, ребята. Что ж, это была моя поездка в Дубай. Отличная поездка. Я, правда, не летал на реактивном ранце. Это как плавать в огромном капучино. Вода такая горячая. Не гонялся на Ламборгини. Поехали. О, мой бог. Не катался на скейте позади Ламборгини. 3, 2, 1, стой. Я не катался на лыжах в помещении. Это, без сомнения, лучшая снежная гора, на которой я был в торговом центре. Это была скорее рабочая поездка. Но все равно было круто вернуться в этот город. Спасибо, Дубай, за отличное время. 2 дня в Дубае. Спасибо за приглашение, вид XP. Я жду моих крутых фоток, Esquire. И не забудьте подписаться на наш канал. Кейси обещает выпускать видео чаще. Переведено и озвучено студией Tremple.